Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freestan Games, а мы продолжаем с вами Outcast. И да, я там почитал, значит, что про Кайла там еще есть пару игр, но типа я не буду их проходить, потому что типа графоний какой-то не такой. На самом деле на графонии мне абсолютно все равно. Дело в том, то, что старые игры очень тяжело поддаются, скажи мне, я тебе скажу, захвату ОБС. ОБС-ка их просто-напросто не захватывает, она их не видит, не хочет с ними ничего делать, в режиме окна тоже, то есть это все очень проблематично, но попробовать можно. А чё? Бляха, я забыл, что на контролеры все мероприятия работают. Хорошо, хедшоты ловим. Точнее, не ловим, а раздаем. Так, сохранение у меня на F3 точно. Так, закрыто, ёптель. Не взрывается? Да твою ж мать! Все время жму R, как перезарядка, но здесь нет перезарядки. Никак не могу к этому привыкнуть. Хедшутер. Ха-ха! На колени, тварь. Что-то где-то... Ага. Так, током не бьется, окей. Воу! Хорош прям в глаз, суки! Кажется, тут холодно. Не, я туда не пойду, там холодно. Я не очень-то люблю морозы. Противник. Нету! Можно из режима автомата стрелять, но так патронов слишком много тратится. Хотя здесь, наверное, все равно, да? Офигеть, тут я патронов слил. Хорошо, что они кривые. Здрасте. Здрасте. Туда я залезть не могу. Тогда придется, походу, вниз идти. Не, подожди, сначала F3 на всякий пожарный. Так. О, здесь холодно. Ай! 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 Ба, холодно. Что-то отключил. Так, а что отключил? Бляха, ну что-то я отключил. И что я отключил? Ага. Ага. Да блять. Кстати, не морозит. Ты охладоген, наверное, убрал. Теперь меня не будет здесь замораживать, да? Окей.
Тихо. F3. Это что за хрень? Махуняся, я что умею, что могу? Ништяк. Блять. Не прыгнул почему-то, не знаю почему. А запись-то хоть... Запись идет. Твою мать. Бля, это не штурмовики, оно попадает по мне. А ты что без меня-то уехал? Все, поехали. В смысле? О. Опа. Ага. Так, ладно. Заперто. Сейчас мы разберемся, куда тут надо двигаться. Ах ты ж, блядь! Да что такое? Да в смысле? Это вода, которая бьет током или что? В смысле? Это что это? Почему оно меня бьет? Странная хрень. Не дать им уйти. Кому? Сжечь их. Сжечь их? Добить их. Не дать им уйти. Ты открывается? Открыть огонь. Заперто. Бляха, выпрыгнуть не могу. Так, ну ладно, это патроны, хрен с ним. О! Фига, как мне эти херню опустить? Так. Ага. Как-то, наверное, надо попасть наверх. Сука, меня лифтом придавило. Так, не, подожди. Угу. Точно, я же здесь поверху не прошелся, ничего не посмотрел. О. А как мне сюда залезть? Так, что-то где-то. Так, отсюда я пришел. Окей. Так.
Ебать! Хорош! Поехали. Кстати, довольно странно, что здесь лифтом, не, когда придавливает, не убивает насмерть. Все так же закрыто. А, Дети играют Звездные войны, джедаи. Не знаю, что там. Попавший орден, наверное. Не видно. Ну, уведомление со Стима пришло. А, ну если что, Евгений, привет. Если вдруг. Так, здесь я могу запрыгнуть, получается, сюда, допустим. Сюда, допустим, сюда, допустим, сюда, допустим. Мне надо по-хорошему запрыгнуть сюда. Ага. Но как? Вот так. Бляха. Да ну что ты такой скользкий-то? У меня порой создается впечатление, как будто он на роликовых коньках катается. А это ты брать не хочешь? У тебя типа всего много. А, у тебя да всего много. На что там переключается-то? О! Так, не. Так какая же там, блядь, кнопка-то? Следующий инвентарь? Ну, я ж нажимаю. Ну, допустим. Бляха. Наверное, дальше не запрыгнет. Там слишком далеко лететь. Да, он дальше не запрыгнет. Единственный вариант, это если как-то это... как-то этот лабиринт перестраивается. Блин, ну неужели мы туда пошли чисто ради того, чтобы перестроить лабиринт? Не может быть. Как эта хрень отключается? Кстати, она светится, что типа открыта. А-а-а. Окей. Я не... Не-не... Ага. Это лифт? Нет. Блять. А как мне сюда попасть? Понял тебя. Будьте готовы. Чего это? Хуй знаю, зачем эти капсулы выехали? Ох, нихуя себе! Вас откуда столько взялось, пацаны? Собака. Да кто? Ах ты ж сука!
Есть тут кто? Мудаки. Вам нужен ключ охраны. А я какой ключ взял? Ага. Так, подожди. Наверное, тут было много всего. Кто это сказал? Что-то сделал. И что это лежит? Спит, что ли? Так, ну все камеры закрыты. Окей. Куда это ты меня? Зачем? Не понял. Готовьтесь. Да ты что, ты в смысле, сука? Ты такая офицерская, блядь. Нихуя себе, вот это офицер так офицер. Я не рассчитывал, что он на меня побежит. Я думал, он выйдет из укрытия и все. Похоже, у нас неприятность. Сжечь их. Подожди. Готовьтесь. Сука. Мразь, ну ты мразь. Похоже, у нас неприятности. Понял? Собака дикая, черт. А, это проходы к камерам. Подожди, я малёха заблудился. Откуда я пришел? Так, нет. Все, я вспомнил. А где этот чувачок-то спит, отдыхает? Ну, и чё? Хер знает. Лежит. Отдыхает. Ну и что? О, бля, это кто? В смысле? Вы кто такие? Я что-то вообще не понял. С какой шопы они вылезли? Не работает. Ой! Я не хотел. Но зато получается, я теперь туда могу пройти. Там, потому что генератор щита есть. Я честно не хотел, я не знал, что так получится. Как бы я не против, конечно. Так, пойдем обратно. Есть контакт. Ух ты, здрасте. Сучара.
А я не вмещаюсь. Нет, пора лес. Это отключает одну пушку. Это отключает вторую пушку. Понял. Где? А пацаны, так я же к вам не могу пройти. Друзья, я не могу, я хотел бы, но не... А. Их удачно в рядок встали. Сжечь? А у тебя есть чем? Открыть огонь! Открыть огонь? Блять, они штурмовика с Украины, что ли, притащили? Или с Ростова? Не, я не против, ничего против не имею, конечно, но, блядь, это смешно звучит. Открыть огонь. Так. Что я тут могу вам поломать, пацаны? Я бы с радостью вам что-нибудь тут сломал, к херам. Но, к сожалению, походу, ничего не могу сломать. Похоже, у нас неприятно. Да, это факт. Так. Бляха. Подожди, а как тут... мне его надо было заставить, чтобы он на меня, наверное, побежал. Во. Бляха, это еще куда-то? Ну куда это? Где она стреляет? Так я же все разбил. Ага. Ах ты ж ёб твою! Сучандра. Тихо. Великолепно. Супер. Так, ладно, чутка отхилились. Пошли тогда обратно. Там я еще в одном местечке не был. Опа, тело штурмовика кто-то унес. Вот здесь я не был. Опять все перестроилось. Зачем? Окей. Опять все перестроилось. Чтобы я добрался до своего... до прохилок? Серьезно?
Ну, не, ну как бы прикольно. Но меня больше волнует, исследуйте потайную секцию блокпоста, уничтожьте силы остатков данной области, встретить... Так, а дальше там никуда? А, там, подожди. Там же было еще одно помещение, где я не понял, как мне где проходить. С этим я ничего сделать не могу. Это обратно меня ведет. А где было это помещение? Сука, сраный лабиринт. Карты нет. Слушай, это вообще смахивает на начало. Точно. Вот как-то мне надо попасть сюда. Труба. Может, с этой херней что-то надо сделать? А вот, кстати, дверь еще какая-то. Я что-то слышал. Хорошо. Сучара, попал по мне ведь. Мне кажется, любой штурмовик, который попадает в цель, его сразу переводят в офицера. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это чего это? Че за лазерное шоу? Бля, его отключить нельзя. Ай! Больно же! А, тут еще что-то из них двигается. А я понял, мне тогда до того кристалла надо дойти, да?
Так, а что мне с этим сделать-то надо? Да больно, сука! Взять я его... Взять я его не могу. И что мне с ним тогда делать? Да блять. А, так он тут не один. Их тут нихера себе, слышу, их тут много. Так, ладушки. Ключ охраны. Где охранника искать? Так, это мина, что это? Ай! 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 Чего это? А, это радиация! Мать твою! Все, я понял. Это контрольные конструкции. Дай посмотрим, что этот маленький мальчик может делать. Тихо, тихо, тихо. Что сделал? Ту-ту-ту-ту. Ну все. Это все, что может делать этот маленький мальчик. Это что за звуки были? Радиацию отсосал? Нихера, красава. Будьте готовы. Так, а мне точно сюда? А, ну да, тут как бы вариантов особо нет. Это не лифт? Это не лифт. Дурацкие штурмовики. А, встретись хорошо. Надо прохилиться маленько. Так, F3. И где эти пацаны? Где их искать? Они, походу, сами меня найдут. Да. Джен, я нашел выход. Хорошо. Возьми немного кристаллов и уходи оттуда. Это место заставляет меня содрогаться. А за мной следят. Ты кто так? Десан, это адмирал Фейяр. Адмирал Фейяр, как проходят ваши эксперименты? На данный момент они вообще не производятся. Испытательная лаборатория на Киджиме была нейтрализована парой наемников Новой Республики, и они забрали несколько кристаллов. Наемники?
тебе? Судя по их кораблю и переговорам, которые мы перехватили, я уверен, что это была пилот Джен Орс и ее партнер-наемник Кайо Катарн. Катарн? Это неудача могла бы стать решением всех наших проблем. А зачем вы его жопу показываете крупным планом? Не понял? Ну ладно. Боюсь, что мы не смогли больше декодировать это послание. Хорошо. Если я оставил позади долину джедаев, то смогу преодолеть и остаток галактики. Так что делали оставшиеся в этой лаборатории? Наши ученые уверены, что они пытались искусственно влить мощь силы в живые объекты. Эти кристаллы, которые вы держите, очень похожи на те, которые найдены в световом мече джедаев. Черт. Но это невозможно, верно? Вы не можете просто дать людям силу с помощью машины, так? Все, что мы знаем о силе, говорит нам, что такие устройства не более чем воспаленные мечтания дураков и сумасшедших, Джен. Но попробуй сказать это тем фанатикам, которых ты нашла в этой лаборатории. Кто это был? Колонисты Сартус Прим, дальнего шахтерского мира на самом краю влияния Новой Республики. Дай-ка догадаюсь, добыча кристаллов? Да, мы потеряли с ними контакт незадолго до того, как получили сообщение с Киджима. И мы боимся, что колония была захвачена оставшимися. Или кем-нибудь похуже. Точно. Не зная всех планов оставшихся и положения колонистов, Новая Республика не очень-то хочет направлять спасательные силы в полном составе, так что... Поэтому ты предпочла, чтобы мы втайне проникли, выяснили ситуацию и при необходимости вызвали флот? Да. Ты знаешь, я бы больше не хотел впутываться в эти дела с силой. Мы удвоим тебе обычную плату. Годится. О! Бабки решают вообще все вопросы. Так, найдено секретных областей одна из трех. Да идите вы нахер, что, серьезно, что ли? Попадание 200, точность 56-60%. Ладно, я понял. Этот метеоритный шторм даст нам отличное прикрытие. Все забираются поглубже. Они не увидят, как мы подходим. Хорошо. Колония должна быть очень близко. Я проведу разведку с воздуха, пока ты пробираешься в шахту. Дай мне знать, когда выяснишь, в чем дело. Ладно. Слушай, ну перевод тут на самом деле хороший. Здесь даже субтитры хуже, чем перевод. На секундочку. Так, проникните на рудник, остановите процесс добычи руды. Хорошо, ну поехали. Опа. Это имперский, кстати. Что не может не я радовать. Лучше попытаюсь не привлекать слишком много внимания. По стелсу, что ли? Да пошел ты нахуй, слышь? Я в стелс не умею играть. А ну, как бы... Да что там такое за война происходит? О. Я что-то выключил нахер. Так, фонари потухли, окей. Кто-то мертвый валяется. Ни хрена непонятно. Куда идти, зачем идти? Бластер в руке. Слышь, ты давай аккуратней. Я походу понял, куда мне идти. Блин. Так, ладно, я смог. Кто это разговаривает?
А бластер в руке ничего, такая вещица, походу. Так, ключ охраны я нашел. Бляха, защиту мне покоцали все-таки, от сволочи. Сам себя подбил. Ладно, бывает. Возьми охрану. Да откуда вы вылезли-то? Хера покоцали. Так, ключ охраны я получил. Че бы тут понажимать? Ты же понажимать ничего не могу. Так, ладно, давай пока на эту. Хотя можно с бластером в руки походить. У них патроны-то ведь разные. Я просто подумал, что у них один и тот же патрон используется, но нет. Так, где выход будет? Ага. В смысле? Подожди, верни меня! Не, давай обратно наверх. Во. Хорош. Готовьтесь. У тебя интеллект. Я готов. Но может быть. Это просто ранит. Жесть. Очень неудобно мне стрелять, конечно. А, я еще не... Я сюда не влезаю. Блях, сюда надо было просто гранату кинуть и все. Я выжил. Живы будем, не помрем. Нужна карточка? Какая нахуй карточка? Какая мне карточка еще нужна? В смысле? Какая к херам карточка, слышь? Я же всех убил. А так, подожди, а где этот сундук-то был? А где я видел этот сундук? Так, ладно, карточки нет. Хер с ним. Насрать. Там что-то полезное наверняка было. Блять. Я так и знал, сука, собаки. Открыть огонь. Готовьте. Я думал, ты сдох.
Бляха, лоу хп, лоу хп. А у меня есть так-то бакты. Но я не буду их использовать, мне жалко. А. Тут никого нет. Ага. Как все запутано. Очень много маршрутов. Ёб вашу мать, серьезно? Вот этого я никак не мог ожидать. Блин! Похоже на трамвайную станцию. Да у них что, вообще перезарядки что ли нет? Ебать! Бляха, вот это я загнался, конечно. А где выход тут? Обратно уйти. Твою мать! Попали все-таки. Ладно, хорошо. Тогда пойдем саблей наперевес. Да, это не особо система работает. Блин, ну как я так сохранился-то? Похоже на трамвайный станцию. Так, они сейчас, наверное, сюда пойдут. А если я на нее наступлю, меня током шибанет, да? Да, притом нехило так. Ладно, будем прорываться с боем. У меня одно попадание осталось. А теперь точно одно. Сука! Пока он бежит, по нему хуй попадешь. А этот еще тут сидит.
Так, ладно, надо бакты свои использовать запасные. Тянул просто до последнего, вот просто оттягивал, но, к сожалению, увы, ах. А вот здесь пару бакт есть. Вуки-пуки. Все, хорошо, ладно, восстановились. Так, куда я тут могу еще пройти? Еще пройти. Еще есть одно местечко, куда я тут мог пройти. Вроде как здесь. Пушка Вуки вроде неплоха, но... Что-то как-то не знаю, не лежит у меня к ней. В смысле, зачем сзади заходить? Противник же перед вами стоит. Зачем сзади-то? У вас какие-то ненормальные наклонности. Вас из кого клонировали-то, пацаны? Что так сразу? Ебать. Так. О, установление защитки. Окей. Ну, я, кстати, не все тут прошел, поэтому я, наверное, пока сюда не пойду, потому что, скорее всего, контрольная точка это то, что где-то как-то имеется в виду, типа, по сюжету. А, да здесь много всего. Ладно, давай мы прямо здесь, на распутье, так сказать, и остановимся. Так что, если интересненько, то обязательно подписывайся, ждите в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.